здравствуйте! С вами снова интернет-магазин antilife.com.ua. Сегодня хочу записать для вас сугубо рекламный такой мини-обзор на очень интересную модель Chenyang N95-00. Для тех, кто не понимает, что это за модель. Данная модель является OEM-версией самого обычного THL-W8. Все технические характеристики, возможности, функции, работа с играми вы сможете посмотреть на вот этом вот видео, которое я размещу вот по этой ссылке. А я продолжу. Модель поставляется в хорошей заводской комплектации, как у THL-W8. А именно, здесь есть пленка оригинальная, здесь есть оригинальный чехол-книжка, здесь есть мануал, есть USB-кабель, наушники, зарядка. И два аккумулятора. Аккумуляторы у нас так же, как и в оригинале, на честных 2000 мАч, только выглядят они немножко по-другому. Сама модель. Модель у нас полностью соответствует внешним видам THL-W8. Как я уже показал, комплект тот же. Все моменты сборки, все выполнено на самом высочайшем уровне, никаких нареканий здесь нет. Задняя крышечка выглядит вот так вот, под крышкой. Данная модель выглядит вот так. Почему же я показываю вам данную модель? Потому что нам выслал ее поставщик, и нам ее нужно продавать. И для тех людей, кто побаивается вот этих вот названий Chenyang, мы демонстрируем данную модель. Обращаю ваше внимание на технические характеристики данного смартфона через программку Antutu. Во-первых, набирает она, как вы уже могли только что видеть, 13000 баллов. 13257. Это стандартная... стандартный набор баллов. Модель определяется как W8. Технические характеристики давайте смотреть. Значит, здесь у нас MTK6589, стандартный, не турбированный. У нас 1280x720 разрешение экрана. Стандартный PowerVR SGX 544 MP графический ускоритель, гигабайт оперативной памяти, 4 гигабайта встроенных, 12,6 мегапикселей интерполированная задняя камера и 5-мегапиксельная фронтальная. Прошивка у нас 4.2 Android. То есть по техническим характеристикам данная модель полностью идентична оригинальной модели THL-W8. Внутри все на русском языке, информация о телефоне. То есть прошивка стоит от модели W8. Вся информация соответствует. Китайского софта в прошивке у нас нету. Почему стоит обратить внимание на эту модель? Потому что модель полностью идентична, соответствуют все технические характеристики, все параметры, комплект, внешний вид, надежность, качество. Но за счет того, что это OEM-версия оригинального W8, как это модно сейчас в Китае делать, модно выпускать вот такие вот OEM-версии, за счет этого всего она стоит намного дешевле. И цена очень доступная на эту модель. Смотрите ее на нашем сайте. И если вас это заинтересовало, если вас заинтересовал этот Chenyang N95-00, связывайтесь с нашими консультантами и делайте заказ. Спасибо за внимание, ставьте нам лайки, если вам нравится, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго!